Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о снятии некоторых ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Так, подмосковные власти смягчили требования к максимальному числу посетителей и участников массовых мероприятий. В помещениях без предъявления QR-кодов теперь могут собираться до 100 человек, на открытом воздухе – до 1000. До этого на мероприятия допускали 50 и 500 человек соответственно. А для заселения в подмосковные гостиницы теперь не нужно предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Смягчение ограничений стало возможным из-за стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе.